Блин, жаль, что он сдался. Мне его немного жалко. Знаете, в чем проблема? Я сейчас не знаю. Нихера так такое появилось. А за кого сейчас игра стоп? А, им пипец. What the hell, кто это? Дельта Санс? Стоп. Дельта. Не понял. Стоп. Его убрали? Его убрали отсюда? Здесь был Дельта Санс за 100 винцев, а его убрали отсюда. Интересно, что с ним сделали? Поймать, если за него поиграть. Давай, я буду мантить. Чел, давай. Я уклоняться хочу.
короче, протестируем Дельта Санса, я хз, что он делает. То есть я знаю, что делал прежний Дельта Санс за 100 винсов. То есть он был такой, ну, неплохой для слабых серверов до 200 или 400 винсов. Но потом он стал херовый, вот. А вот этот, то есть ему повысили 1 000 000 000 просто цена и... Блин. Давай посмотрим. Там интересно, прежние атаки сохранились. Так. Я их зачем он делает? Так, у него анимация появилась, раньше не было. Так. О, какая-то крутая анимация. У него же должна быть еще вторая жизнь, желтый должен быть. Ох, Неф Дельта. Я не знаю, что он делает. Так. Удар. А, просто удар. Хорошо. Урод Грэп. А это что за дерьмо? Ладно, Дельта Бластер. Но нахер, неплохо. Так. Твою мать, не подходи ко мне. Твою мать, я не знаю, что он делает. Ебать! А, я к нему телепортировался, твою мать, отстань. На, удар. Буду его просто херачить. Так, а бросок костей. Лови. Дельта Бластер! На нахер! Форс Грэб, что это делает? Е-мать, это что? На! Получай. На, удар. Удар. Короче, буду просто их херачить. Ну, а нахер. Он сдох? А, это типа так берешь камни, вот так вот, на. Бластер граб. На, лови кости, удар. Дельта бластер. Твою мать. Ну, неплохо. На! Хорошо! Ё-мать, это сильно. На, нахер. О, неплохо. И удар его. Надо его ударить. Лови контрбласт. Так, нет, стой. Надо вот этот. Бонщил. На! Прикольный перс. Но он свой... Ну, короче, он стоит примерно, ну, около 3000 винсов. Ну, то есть, по ощущениям. Я имею в виду, ну, он слишком дорогой. Но урон у него неплохой. То есть, ну, интересный перс, короче. Классочность. Не, я еще его возьму, кстати, потом. Прикольный. Интересно, он сдохнет, типа, ну, он станет желтым, как раньше, или нет? ХЗ. Типа, точно сказать не могу. Ну, ладно. Так, ну, это легко. Давай, херачем. Он плохо дебилил. Да не дебилил. Ну, когда дебилил сложнее, чем Айтара. Он плохо играет на дебиле, ну чё, это... А если он его убьёт? Я опять буду играть за Дельта Санса. Прикольный на самом-то деле, но я имею в виду, если против меня пойдет такой же челлендж, полный хера. Что за рандом комбо? Ну, не буду на это нажимать. Так, появились новые какие-то комбо, какие-то новые херни тут. Новый райт. Я не знаю, как он работает, я его не использую из-за этого. Вроде у меня имбовая. Е-мать. Рипер Скейт Хейчер Лак. Интересно. Так, ладно. О, давно я против него файтился, блин. Ностальгичный. Давай уже файтся. Я могу проиграть в теории.
Блин, ну просто уже забыл все его фишки. Лос-Анса. Чё, каким раком я по нему попал? О, да, музыка крутая. Let's go. Нормально. Чел, ну, надеюсь, ты его там убьешь, да? И... Поймай. Это пахнет. Если он тебя так телепортируется, продамажит, это будет очень приятно. Это что-то он ему урон не проносится, ему вообще пофиг. А, он килится просто. Ну, что-то он как-то плохо за него играет. Я помню, я когда на нем натренировался, я прям не мог сносить и плохо. Он что, впервые на нем играет? Ну, кстати, возможно, он как раз 1600 крафтинг, 1600. Чего? Я думал, сейчас дохну. А, ну все, кстати, я сейчас тупо мансить надо. Ну да, он что-то как бы не старается. Вот этим можно легко зажать и убить. Не, убить его не надо, типа его надо ждать, надо вызвать. Что-то нравится этот слабый, да. Не, ну я имею в виду, если бы я играл, я бы как минимум фиолетовый точно бы смог убить. Вот такого, как я и не знаю, у фиолетового и реально. Он его, кстати, почти убил, это за нас убил, конечно. Давай. Не, херня. Сейчас опять буду за дельту играть. Дельта. Потом могут быть, наверное, на Гастера или на кто-то из них там. Я хочу еще на Дельте поиграть, прикольно. Он слишком дорогой, он реально столько не стоит, я вам серьезно. Он столько не стоит. Итак, мы опять Дельта, да? Потом другого возьму, ладно. Давай, сейчас файтиться будем жестко. Так. Ну что, давай сразу гастробластер. На, лови. Пау. Уклонился, ладно. Я знаю, как надо сделать. Ну, первый бросок кости вот так вот. Ага. Давай, подходи. Нормально продамажили. И теперь смотри вот так вот. Опа! Твою мать. Да может быть вот так вот. Да твою мать, сдох. Опа, финальная кости. Финальная кости, давай. Бросок костей. Щит. Туда его просто. Ну чё, чувак, умираешь? Блин, у него еще многовато хп. Нормально, хорошо. Ха. Вот это, кстати, фигня, она не до конца понятна, как работает. Ладно, все, хватит за ним играть. Разнообразие должно быть. Сейчас другого какой-нибудь возьмем. Так. Из вариантов. Чара. Там другие какие-то челы. Ну тут не знаем. О! Вот его. Ну, его. Хорошо, идеальный вариант. Но бластер. Прекрасный сервер нашел. Так, возьмите дисбеливый чел ранее. Дисбелив более имбовый, чем чара. Вот, нормально. Чара,
Все еще помню Duo Bedtime. Проблембовано на сервера. И все его убрали. Так. Ну давай. Покажи на способ способен. Пупсик. Вау, вау, вау. Пошел, пошел. Разошелся, разошелся. Постоянно. Нормально. У меня еще до хера хватает, где-то около, наверное, 2500. Ничего похер. Еще хило 1000. Не, я без места начинаю. Это учитывать дискиливы. Вот давай, давай, ва-банк иди. Ну что мне продолжил? Он сдох, серьезно. Я удивлен. Сколько у него еще этих блоков? Как его убить? Ты издеваешься. Наконец-то! Совершилось! Я мог это давно сделать, но я с ним просто игрался зачем-то. Эх, зачем?
Прикольно. Не знаю, чему он удивлен. То, что Дисбелив Папарес так долго жил, или то, что я так долго жил. Ну ладно. В любом случае, сейчас не я буду, сейчас будет вот этот чел. Да. Потом я. Да ты не будешь за Ева фармиться, я тебе не разрешу, я его убью нахер. Я тебе не разрешу за Ева фармиться. Не-не-не, я тебя убью. Нет. Я тебе не буду разрешать за Ева фармиться, тебе это, знаешь, не нужно. Не-не-не, чел, без фарма сегодня теперь. Это не тот сервер. Нет. Это что-то играться не будет. Сегодня без фарма. Обойдешься. Да мне вообще все равно. А мне до лампочки. Да. Вообще похер. Ну блин. Испарились. Они больше не будут играть, все. Ну, испугались, что. Ладно. Потом другой сервер. Ну, по крайней мере, надеюсь, что меня закинет на другой сервер, а не на этот же опять. Круто! Спасибо! 10 тысяч винцев. Прекрасно. Опять вы издеваетесь? Не, ну нахер. Ну нафиг эту игру. Лучше поиграть в какую-нибудь другую игру. А правда какую? Уже интересный вопрос всплывает, да. Вот в эту. Какую игру можно поиграть? Надо думать. Ну я не знаю, мне рекомендуют вот эту игру про Undertale. Я хожу, что это? Что вот это? Ну ладно. Зайду. Убей или будешь убит. Ну, стандартное правило. Ачивки, ачивки. Есть. То есть они у меня есть? Чего? Стоп. Они... Да нет. Они так выглядят, будто они у меня есть. Так, ладно. Странная игра. Непонятно, что... Ну, я так понимаю, надо файтиться с игроками, но тут, походу, что-то не совсем даже... What the fuck, что это? У меня же микрофон сломался. Стоп, чё с ним аудио? А, предупри... Да похер, короче. Ёп. По-моему, я в это играл, кстати. А да хер знает. Короче, это такая игра, которая типа такая вся крутая, прикольная, а в итоге ты нихера не поймешь в ней. Кто? Что это? Что, твою мать? Играй! Крутой выбор, давай обычная чара. Обычная чара лучше. Ура! Классный перевод! Спасибо за перевод! Что происходит? Кто за нахер? Надо убежать отсюда. Ну, короче, стандартные удары. Нихера. А тут же плохо нету. А, есть. Чего? Как его здесь активировать? Ба. Стоп, на ту кнопку. На Shift нет. На Ctrl нет. Чё, ладно. Ничего себе.
Так еще кнопка не то. Ну да, это стандартная вот такая вот игра чисто. На нахер. Но у него анимация идет им хоть. Что? Что с камерой? Что с камерой стало? Что с камерой? Твою мать! Что с камерой стало? Я нихера не понимаю. Что с камерой? И двигать не... Пипец, что с ней? Нихера непонятно. А мне так непривычно играть. Что, я не могу с такой камерой играть? Тупо нахер! Что с камерой? Она глянь, она нацелена на игрока, кстати. Я куда убежал? А кто тебе разрешал бегать? А это удобно, кстати, она прям на игрока нацелена. Кстати, я прям четко к нему бегу. Типа режим файта. Где мать? Я убил чела, идет анимация того, как я его убил. Типа я его убил. Офигеть. Прикол. Получил. Вперед. Твою мать! Пошел нахер. Умри. Твоим сдохни. А вот нехера было. На, на! Твою мать, сдохни! Нормально. Пошел. Ай, нет, не получилось. А? Ну тогда получай. Чтоб не втыкал. Ха-ха. Опять анимация того, как я чел убил. Ну я, конечно, крутой. И лицо подходящее. Идите сюда, пупчики. Ну давайте не фатить. Ё-моё! Твою мать! На нахер! Уйдёк! На! Нормально, пошёл. Ёп! Всё нормально, нормально. Ё-моё! Ой! Я так подумал, там кто-то походу решил жестко переродиться и сейчас всех раскирачит. Ну... Да нет, я не хочу с ним фатить! А, вот, нормально, на него наведена камера. Нет! Зачара, иди нахер. О, хорош! Да блин, не дошло до меня. Так беги, 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 беги нахер! А, ты охренел? Ошалел? Ага. Ага. О, да каким образом? Да! Да ты издеваешься? Ну все, доигрался. Ты сейчас сдохнешь, ты это знаешь хотя бы? Ай-яй-яй! А-а-а! Фак! Фак! Ага, хорошо, пошел отсюда. Да ты! Да! Все, там сейчас сдохнет. Ёп!
Умирай давай. Ну, чувак, прощай. Не, ты не понял, прощай. Понимаете, да, блин. Блин, я просрал крутую атаку. Он сейчас убегать будет, фак. Нет, ты не понял, ты не убежать. Уклонился. И сейчас сзади. Фак. Что ты выспал? Умри, нахер! Нет, он офигел. На! Всё! Отлично! Конец-то! Вообще такой офигевший! Я уже 3 килла сделал! Что-то, что я новичок в этой игре. Пошёл. Надо его добить. Добивающий! Не добивающий? Твою мать, это мой килл! Умри! Отлично, зафармил килл. Анимация-то тупая, надеюсь, он не игрок. Там умный здесь, что ли? Ой. Куда уехал? Это что такое? Это что вообще? Ё-моё. Что понимаете? А что это? Я не знал, что у меня такое есть. Я предполагал, как раз я так понял. Так, уже. Ты охренел. Thank you.
Что это за способность? Когда будет. Что я его с сервера убрал? Что это означает? Я что-то реально на пятерку нажал, ну, исчез. Совпадение сейчас было? Блин, что это? Не, думаю, это... Хотя оно... А чё шестерка делает? Походу ничего не делает. Да, она реально ничего не делает. Я не знаю, правда, почему она ничего не делает. Это странно. Ладно, скучно стало уже. Ну, ладно, как бы. Походу есть способность у чара кикать людей с сервера. Прекрасно. Имбовая способность. Тар, наверное, не будут фиксить. Ну и ладно. Криптовалюта в Роблоксе. Круто. Гениально. Где тут у нас есть игры? Китайканы, симуляторы. Big Update. Интересно. Но не особо. Круто. Punch Well Simulator. Что? Ну ладно. Nemo Fighters. Тут вообще стреляйте в людей. Ну, призыв и что? А слушаешься? Всякие такие тут игры. Очень интересные. Огромные венды. Ладно, я думаю, лучше поиграть в Tabs. Да. Компанию попроходить. Глянь, я тут прям всех не могу использовать, только вот этих вот. Продумали. Блин, тут даже, надеюсь, никто у меня не грохнется. Тут я пасхалки всякие искал. Так, короче, 6 самураев против... Против кого? Против трех королей, думаю. А, против двух королей, да. Да, да. Против двух королей, и думаю, можно хиллера им поставить. Ну и арчера там куда-нибудь влепить. И нормально. Да блин, почему они двое одного хилят? Ладно. Так. Еще саму... Ё-моё, тут дохера самураи. И этот еще с палкой. Не надо его туда скидывать. Нет, не скидывайте его туда, прошу вас. Не падай, не падай. Будь аккуратно, всем, да. О, нормально. Ну, мы, кстати, выиграли, походу. Нет, куда ты упал? Нет! Фак! Твою мать, выберись оттуда, дебил. О, нет. Неужели мы из-за этого проиграем? Убей их. Это издевательница. Почему он туда упал? Один туда упал, другой сюда упал. Потом еще толком двигаться не может. Убей их. О, лучник остался. Лучник, давай. Стреляй. Класс. Ладно, похер, все равно выиграли. Так, еще больше самураев. Ну, не знаю, лонгшипы по приколу спавним. Давай. Все нахер повзорвалось. Кто-то туда, естественно, попадал. Ну, пусть попробуют выиграть. Ладно, тут без шансов, понятное дело. Ладно. Кто тут брать? Это, понятно, тут не за сурикенами, да? Ну, значит, тоже дальнобойный надо. Ну, простреляли просто.
Я не думал, что тут здесь ближники вариант. Так, вот катапульты какие-нибудь или баллисты. О, баллисты нормальные. Все прекрасно. Блин, пожалуйста, не надо никуда ехать. Стойте здесь, ладно? Ух, нормально. Все нормально, оборону держите только. Все, снесли этих. Еще вот этих остались? Нормально. Этих тоже снесли. Так, по бокам идут. Одного. Подходят. Нормально. О, все, мы выиграли, по всей видимости, крутяк. Хорош. Нормально, оборона. Так. Один этот аутист. Ну, не знаю, он смог побороть эти два и там две валькирии. А, еще он не один. Я наивно думал, что он один. А вот, оказывается, их здесь сколько. Ну, целая пати получается. Ой, еще имбовые, кстати. Их тоже самый часто использую. Давай, живи. Ну тут тоже надо дальнобойный бой играть. Опять болит спам. Блин, вот эти лучники реально имбовые. Это, ну, их раньше сам тоже брал. Ну что он его туда сейчас скинет? Глянь! Он скоро. Офигеть, они резко начали их рейдить просто. Они скорость пробустили, просто налетели. Так. Они еще оба живы, нормально. Но эти как бы тоже довольно сильные. Мы выиграли даже, вау. По всей видимости, да. Ну что, круто. Прекрасно. Так. Кто здесь? Вот теперь точно больше никого нет. Можно, не знаю, катапульты. Ну пусть будут, ладно. А! Откуда? Откуда они взялись? Стоп! Ха-ха, блин. Вы издеваетесь. Одна катапульта сюда, другая сюда. Вот так. Так вот. Ну, это, я считаю, издевательство полное. Давай, катапульты, нормально. Чёрт! Фак, убей его. Убейте! Боже мой. Они проходят. Они проходят! Тревога! Кто это за снайпер? Так, на вас надеются. Огонь. Да он, ему похер. Боже мой, что делать? Нормально, его убили. Так, осталось только его убить, убить, пожалуйста. Лови снаряд. Лично. Уже хорошо. Так, эти больше... А, еще... Да хера лучник. Ну, баллисты, я думаю, как бы, тут подойдут. Да? Кто же еще? Не знаю, Снейк Арчер тоже можно. Правда, куда их, я не знаю. Не знаю, как... Вот так, короче. Она же там не грохнется, не сломается, да? Очень на это надеюсь. А чего он не натягивает? А, класс, он сдох, похоже. Ну это, я так понимаю, мы проиграли. Да, мы проиграли. Это же понятно. Не, лучше все-таки баллисты в нормальное место ставить.
нормально. Больницы вот никуда не едут. Все хорошо. Вот с арчерами что-то нужно делать. Вообще непонятно. Ну что, уже в одного попали. Этот куда поехал? Лестница. Ладно, ну что-то я не думаю, что мы, конечно, выиграем немного. Это и просто эти маленькие проблемы, я так думаю. Значит, ладно. Угу. Я не знаю, что-то правда делать. Как здесь выиграть? Зевс? Ладно, я давно Зевса просто не использовал, уже не помню весь его потенциал, ведь он огромен. Да нет, вот Зевс. Давно я не играл, надо вспомнить, что я не играл. Там какой-то лютый файтинг, не знаю, могу где-то стрелять, да. А где все лучники? Они вон там находятся. Вот тут, вот тут. А чё ему тут страшно? Не надо в меня стрелять. Твою мать. Где все лучники реально? Лучники когда все сдохли, не понял как. Ну да, просто забыл уже про Зевса. Так, больше никого нет. Хорошо, только они. Ну, кто здесь может выиграть? Я думаю, баллиста. Вполне себе. Да. Баллиста, вперед. А, еще, конечно же, кто-то есть, да? Ну, как же иначе. А, класс, все сдохли. Прекрасно. А кто это? А, ниндзя, ну вообще шикарно. Не только с этой стороны вроде бы как. Их тут трое. А, и тут трон. Тут хороший вопрос появляется, что делать? Ладно, я думаю, надо заспавнить минотавров. И сзади них, ну не знаю, этих вот чел. Попробуем. Ну еще расстреляет просто. Ну да. Видите, что тут делать? Они просто расстреливают. Причем, я так понимаю, не могу так делать. Тут Зевс не подойдет, меня также расстреляют. Вороны. Они у них дистанция миллимизерная. Ладно, вот эти челы, пусть попробуют. Круто. Мы уже лишили двоих. Этих всех перестреляли. О, он ожил. Отлично. Я так понимаю, без шансов. Ладно, я понял. А кого тут использовать? Ну, не знаю. Мамонтов? Не, их перестреляют, дайте и все. Кто здесь? Их из-за кого тут брать? Кого? Не, лучше, думаю, пойти в какую-нибудь другую компанию. Династия слишком жесткая. Пираты, спуки, симуляцион.
Fantasy Evil, Fantasy Good, Legacy. Давай сюда. А, тут тоже ограничено, ну вообще прекрасно. А, художник, это легко, это идея, все художники, боты, легко убить. Художник, это вообще не очень. Мне тогда по сути ничего не могу сделать. Ну это легко. Следующее, что опять художник, так это опять легко. О, да, мамонт. Вообще, с мамонтом уничтожит. Ну он на 600, я без понятия, кого брать. Ну вот эти. А, там лучника, я их не видел. Ну мамонт как-то все равно, я думаю, мамонт всех соло вынесет так-то. Ну, а этих я там по приколу заспамил. Да, летите. Давай, мама. Блин, мне захотелось сэндбоксе заспавнить одного мамонта и блокировать вот этих вот лучников с шариками. И отправить, короче, мамонта в космос. Да. Ага, ну это уже какая-никакая армия нарисовалась, вау. Жалко, надо ее расстрелять. И сжечь еще. Расстрелять и сжечь. А, можно просто сжечь. И, ой, без шансов. Неплохая, кстати, тактика. Давай еще раз так попробуем. Мне понравилось. Расстрелять и сжечь. Ну, можно Firework Archers там. Да. Так, дракона убили. А, все нахер убили, круто. Из-за вот этих вот стрелков тут. А их расстреляли просто. Угу, ладно. Стрельцы, блин. Нашлись. Что с ними делать? Я не знаю. Что с ними можно сделать? Ну, мамонта заспавнили. У них не сильный дамаг, но имеют мамонта, они не должны быть особенно тут. Не, ну я думаю, мамонта затащит. Мне так кажется. Ну там подстраховка такая. Я думаю, выиграем. Мамонта это запрыгивает. Мамонт уже один сдох, чего? Давай, мама. А чё вы стрелков-то не убили, я не понял. Решили их типа пощадить? Ну молодец, вы каким-то образом не убили стрелков, поэтому они вас убили. Чё-то странно какие-то реально. Зевс, ну его расстреляют, наверное. Баллисты тоже далеко стреляют. Ладно, я понял. Ну, минотавры тогда, я не знаю. Ну, их расстреляют, но ничего страшного. Бережу. Все сразу сдохли почему-то. Ниже щиты были, но ладно. Давай, баллиста, покажу, что ты не просто так стоишь. Выстрели, убей. Одним выстрелом, ну. О, хорошо. Ага. Вот так, значит. Ну, можно и сжечь, я думаю. И то. Да, можно и сжечь. Да, такие пафосные, типа. Мамонт затащит, интересно. Проверить нужно.
Давай, мама. На, снес. А, ему похер как-то. Отлично, мамонт. Прекрасная работа. Лучников много, я не знаю, что лучников делать. Ой, гребаные лучники. Ладно, можно попробовать валькирии. Может быть, они попадут по валькириям и... Если они не попадут. Понятно, они очень меткие. Круто, все просто выглядели. Как вас убить? Ну, мамонта расстреляет и все. Вот, возможно, он, может, нужен, возможно, у него получится, но не знаю. Потом улетает и все. Чем своих клонов не делает? Типа отдыхает? Ладно, это странно. Не знаю, их расстреливают и они умирают. Все, типа, что тут делать? Восемьдесят человек. Ничего, все сразу было. Прекрасно. В таком случае, я помню, я думаю, это у них возможно получится. Вполне вероятно. Тут они просто сносят. И напрыгивают на лучников, но что-то они... О, начали лучников тебя поносить. Но они опять же что-то все быстро передохнут. Почему так быстро умираете? Вы издеваетесь? Что тогда я должен делать? Не понял. Вот сейчас вообще не понял. Пожалуйста. Понятно. Я все понял. Ладно, крутая, конечно, компания, очень что-то тяжелая. Я хочу реально в сэндбокс, мне эта идея понравилась. Поднять мамонта в воздух. Мамонт. И вот непонятно где какие-то челы. Давайте воздух поднимите его. И, кстати, еще дальность огромная. Блин. Ну, воздух, давай, лети, лети, лети. А, у нас не получилось. Ты даже не умирает. Ну, все, он умер. О, мне даже за это ачивку дали. Так нет, стоп, он не взлетел. Не-не-не, вы не поняли, разрабы, мне ачивку не надо за это, потому что давайте, он еще не взлетел.
Я пытаюсь сделать так, чтобы он взлетел, но что-то у меня ни хера не получилось. Лети! Давай, давай.